Центр здоровья проводит акцию по определению холестерина. Он создан на базе Ненецкой окружной больницы в рамках программы «Здоровая Россия». Любой желающий старше 18 лет может пройти экспресс-тест на определение уровня холестерина в крови. Процедура занимает всего около 5 минут. Около 1000 человек ежегодно проверяют уровень холестерина в Ненецкой окружной больнице. В день около 5 человек. В их числе Александр Бобрикович бывает редко. Вид крови и уколов пугает ее с детства. Любая сдача анализа крови для девушки – настоящее испытание. Но узнав о безболезненном экспресс-тесте, она решилась его пройти. В данной акции я узнала по радио и сегодня решила прийти проверить свой холестерин. Абсолютно безболезненная процедура занимает очень мало времени. Поэтому холестерин у меня оказался немножко повышен, поэтому буду теперь следить лучше за своим здоровьем. Холестерин – жироподобное вещество, жизненно необходимое для человека. Но если его содержание в крови становится слишком высоким, из друга он превращается в смертельного врага. Аппарат экспресс-диагностики выявляет уровень холестерина с точностью 80%. Если холестерин выше нормы, специалист выписывает направление на более полный анализ крови. Людей, которые у нас проходили в центре здоровья и у которых был обнаружен уровень повышенного холестерина в крови, стали больше уделять себе внимание своему здоровью. Более здоровый образ жизни остались. И стали вести более здоровый образ жизни. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний – основная цель акции. Проверка уровня холестерина проводится без направления в окружной больнице с 8 утра до половины 4 вечера по адресу Ленина, 4. Для более точного анализа желательно пройти тест на холестерин с утра до приема пищи. Телефон для справок 419-82. Константин Канев, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».